И всем привет! Ну и собственно относительно недавно, прям совсем недавно, вышла новая модификация для нашей любимой мафии. Она называется Motorfield City Mod. Модификация была опубликована на сайте Mafia Scena. Автор у нее под ником Temas, по-моему, если я не ошибаюсь, если я его правильно произнес. Эту модификацию я как-то публиковал в Модострое, там типа картинки, скриншоты, типа модик разрабатывается, все дела. И вот автор отписал, модик, короче, вышел. Ну давайте же с ним познакомимся. Что он из себя представляет? Он из себя представляет абсолютно новый город. И даже есть сюжетная линия, что меня в принципе удивило. Да как вы видите, здесь даже начальная картинка, собственно, в самой игре. Странно, что туториал — это окно. Видимо, кто хочет обучиться, тот должен в окно лететь. А на унитаз ничего не показывает, хотя я надеялся. А экстрим? Экстрим показывает на фотографию. Ну, давайте начнем знакомиться с этой модификацией. Машину тут выбирать смысла нет. Вот, потому что мы все равно появимся без тачки. Единственное, что город, к сожалению, не особо оживлен. То есть там как бы трафика нету. Ну, я не знаю, почему-то так... ну, иностранные модостроители. А еще тут стандартный клипок мафии вставлен в самом начале. Все дела. Вот наш Томми. Ты прибыл в Motorfield City. Ты уничтожил семью Морелла. Бла-бла-бла. Билли ждет тебя на станции. Найди его, и он тебе покажет твою новую квартиру. Ну, пойдем искать, найди Билли. Ну, собственно, вот, давайте начинать знакомиться с новым городом. Вот вам новый городок. Тут, короче, железная дорога. Сюда, правда, пойти нельзя. Обход будем совершать вот здесь. Я не знаю, почему, ну, иностранные модостроители не особо любят добавлять сюда как-то, ну, других каких-то жителей, там, трафик и тому подобное. Они любят сделать огромный город, который выполнен с определенными мелочами. То есть тут много таких моментов интересных. Ну вот наш чувак стоит. Вот, допустим, стоят обгорелые машинки. Где вы еще видели обгорелые машины с колесами? То есть он стоит ласситер, типа взорванный, все дела. Но у него, смотрите, колесики есть. Но в него сесть нельзя, если что, я проверял. Также взорванный Hot Rod со сломанной дверью. Ну, неплохие модельки, я не знаю, где они их берут. Но где-то берут. Здравствуйте. Эй, привет, Томми. Здравствуйте. Привет. Я знаю. Пойдем. Все, сейчас он нам покажет, собственно, нашу квартиру. Судя по всему, мы идем не пешком, потому что, наверное, у них пешеходного трафика счастливо, нет. Бобби. Спасибо за помощь. Ну, то, что, в смысле, не то, что пешеходного, возможно, они тут вообще не ходят. Поэтому тут идет с перемещением. Войди в дом и найди свою квартиру. А еще тут есть войти, выход, выход. Прям вообще. Так, наша квартира, это, короче, смотри. Сюда нам нельзя. Сюда нам тоже нельзя. Можем зайти сюда, это задний двор. Здесь, собственно, стоит этот вагончик. Смотри-ка, тут, короче, это... Может побухать вечерком, посидеть. Тут даже Магнум лежит, правда, его нельзя взять. И вон, собственно, эти обгорелые модели автомобилей. Заправка нерабочая. Вот, про что я говорил. Может, он, конечно, это сам как-то соорудил. Поставил сюда взорванную машину, присобачил к ней стекла. Я не знаю, как он это сделал, но я думаю, кто-нибудь это об этом как-то объяснит и напишет. Потому что выглядит это неплохо. Я таких моделей взорванных еще не видел. Ну, по... О! Даже этот... Это... Блин, даже забыл, как называется эта машинка. Хрен с ним. Ладно, погнали. Нам нужно найти нашу квартиру. Как-никак, сюжетка ждет. Почтовые ящички, все дела. Наша квартира находится этажом выше. Вон она с ковриком, она помеченная. Все остальные квартиры не юзабельные. Хотя там есть какая-то хата, которую, кстати, можно юзнуть. Она там тебя перемещает куда-то. Это твой новый дом. Ага. Это твоя новая аптечка. Ты можешь ее использовать, когда тебе станет плохо. Типа того. Найди своего нового босса. Следуй своему компасу. Почему оружие лежит, и я не могу его взять? У меня как бы стволы-то вообще печальные. А это что такое? Место, в которое нельзя зайти в своей квартире. Да вы ауели, что ли? Эй! Ну, вот такая вот у нас квартирка. Судя по всему, квартира смоделирована, потому что такой территории я в оригинальной игре не помню. Так что вот такие вот дела. Ну, я считаю, что неплохо.
паркет постелил. Ладно, вываливаемся. Очень необычный способ выхода здесь. Я таких еще не видел, что дверь не открывается, ты просто перемещаешься, как телепорт какой-то. Это вот проход на крышу, но сейчас мы пока что пойдем проходить сюжетную линию этой модификации. Я думаю, что она не очень большая, и когда мы ее пройдем, мы сможем изучить остальную часть города. Ну и как я уже вам сказал, машинки здесь не катаются. Поэтому давай возьмем этот. Возле вот кинотеатр даже есть. Там даже какая-то фигня идет. The Flood Out, The Fuel, что-то там. Что-то там с самолетом какая-то дичь связанная. Ну да ладно, на кинчик мы если что еще сходим. Так, осторожненько. Потом, когда мы тут попроходим, это вот то, что они там сейчас предлагает нам автор. Ёпти, тут стена. Там какой-то боксер наштампован. Дай проехать. Я что-то думал, там проезд. Но я пока с городом не особо знаком, поэтому могу немножко ошибаться. Там все дела с проездом туда-сюда. Но все-таки небольшие люди тут есть. Вон стоят мужик с бабулей, которые там трещат, ля-ля-ля, там тополя. Ай! Где-то здесь. Подожди, а нам куда? Явно не выдает старый пердун, мой босс. Добрый день. Так, а куда нам тогда? Да ничем. Чё? Так, может надо было в другом месте как-то, или где-то здесь вход? А, во. Почему тут экзит и энтер? Во, смотри-ка. Дональд, просто Дональд. О, вот собственно. Здрасте. Что случилось? Как плохое дело. Томас Анджело. Мне нравятся новые лица. I like new faces. У меня есть для тебя одно деликатное дело. Хорошо, что есть озвучка. Владелец фирмы, в которую Дон вложил много денег, внезапно решил забыть о своих обязательствах. От таких людей одни неприятности. И связаться с мистером Морелло. Если мы не задавим это в зародыши, проблемы появятся вновь. Вы имеете в виду убрать его? Нас не должны связывать с этим делом. Ты должен сделать это издалека. Опа. У меня есть винтовка Мосина. Придумана здесь, но русские усовершенствовали ее до уровня снайперской. А с этой винтовкой ты спокойно поймаешь его на мушку, не привлекая к себе внимания. Ага. Это все. Удачи, Томми. Спасибо. Опа. Мне дали снайперскую винтовку, собственно, с тремя, мать его, патронами. Так, следуй компасу и найди место. Ты должен... Что-то там? Я должен со снайперки. Я должен, короче, забраться на крышу, судя по описанию. Да, там написано про крышу. Да ёптить. Пока я сюда не ориентируюсь здесь. Тупиков здесь много. Ну да ладно. Ну погнали посмотрим. Я не знаю, сколько здесь сюжетных миссий. Но судя по скриншотам, их тут не особо много. И потом можно будет заняться... собственно, исследованием самой карты. А здесь есть на что посмотреть. Судя по скриншотам, которые мы раньше с вами смотрели, тут довольно-таки большие области. Да я и сейчас уже куда-то еду, до хрена далеко. Эй! Так. Тут есть куда повернуть? Да, смотри-ка, вон проходит какой-то. Там что-то было написано, что... на... по будто бы на вот эту фигню надо залезть. Ну-ка, погнали. Вот эти вот сейчас места на данный момент прям похожи так реально на реальный город из мафии. Прям, ну, ничем не отличается. Обычно мододелы, которые делают свой город, там обычно такие улочки там узенькие, все дела. А тут прям тротуарчики, железная дорога. Прям как надо. Прям реально как в стиле самой мафии. Судя по всему, нам надо наверх. Опять сбросился снайперский гребаный прицел, который мне сейчас нужен будет. Опа. Здесь стоит поезд, но поезд просто стоит. А что она на меня палит? Не понял. Нам туда, что ли? Ни хрена себе. Вот это нахрен придумал. Поднимись на крышу. Хорошо, хорошо. Я в первый раз даже не догадался, что надо сюда ее птеть. Судя по всему, нас ожидает крыши из миссии с крышами. Ты не один.
Следуй что-то наверх и что-то там. С днем рождения, по сипке. Ёптить. Поехавши, что ли? Блин, чуваки, я отвык немножко. Так что я патроны трачу? Что-то я совсем прям это... Эй, фокусник! А, подожди, я что-то отвык прям в HP. Хорошо, тебе конец. Так, ладно, одного бедолагу мы прикончили. Давай возьмем у него дробаш на всякий пожарный. Вдруг он нам как-нибудь еще пригодится. Тут у кого-то, судя по всему, какое-то празднество идет. Тихо! Эй, парень! Ай-я! Ни хрена себе! Вот это был нежданчик. Эй, готовый! Тебе крышка, слышишь меня? А тебе не крышка, слышишь меня? Кажись, крышка. Ладно, пойдем. Что-то чувак мне вот этот всадил. Вообще нормально, на 72 палки. Так, никого здесь нет? Так, здесь раньше аптечка была так-то в миссии. А я? Показать, что я могу без пушки? Чувак, вообще-то не самое умное дело с дробовиком на крышах сидеть. Тихо, тихо, тихо! Какой-то Алёша с кольта поливает. Вон они, бедолаги. Смотри-ка, реально сюжетные миссии прикрутился. Бла-бла-бла, в новый город. Это же прям вообще, это, можно сказать, Кайзер делает что-то аналогичное сейчас. Только у Кайзера город немного в другом исполнении. Но все равно... Так-так-так. Главное не навернуться. Я не стал прыгать. Ну так-то смотри-ка, издалека так-то городок неплохо выглядит, да? Вот это вот странное еще здание белое. Почему-то я его не припоминаю. Так, теперь надо как-то аккуратненько спуститься вниз. Так, наверное, вот тут. Вот тут. Во! И это вот стандартное место из сюжетки. Только оно здесь тоже какое-то другое. Ёптить! Задница! Ублюдок, говно! Старый! Бах! Сальтуху тебе нахрен, ублюдок! Так, подожди. Мюссия, вы не хотите мне дать там аптечку подхилиться, все дела? Тут не юзабельная дверь, нет? Так, подожди, а мне тогда куда? Опа! Жди, бла-бла-бла, кого-то там. Он ест в ресторане что-то там. Так, надо взять снайперку, в которой у меня всего лишь 2 патрона. А что, обязательно надо ждать? Go to market ledge and kill the treasures proprietor, что-то там. А мне его надо сейчас-то щелкать или нет? Попробуем? О, все. Use door to behind you. Отлично. Все. Вот так вот этого, как вот там какого-то чувака. Следую к Дональду. Туда-то, туда-то. Так, подожди, тут никого нет. Автобусная остановка еще, короче, смотрите, здесь есть. Стоит автобус, там все дела. Так, надо взять машинку. Давай возьмем фаэтончик. Хотя можно было бы ласситер взять, но до него еще надо добраться. А еще бы мне не помешало подхилиться. Я надеюсь, мы сейчас проедем около нашего дома, где я смогу восполнить свое здоровье. Сдаем немного задним, ну и погнали. Ну, в принципе-то неплохо. Да и городок-то вы посмотрите, я бы не сказал, что он плохой. Конечно же, здесь не хватает немного оживления. Не хватает автомобильного трафика, ходячего трафика. Так, здесь, надеюсь, есть... О, слава богу, здесь можно проехать. Тут здесь такие закоулки. Кстати, Морелла бар есть. Только, если я не ошибаюсь, с него зайти нельзя. Есть парк. Там даже... Ух ты! На парк-то привлекает мое внимание. Надо будет потом зайти да посмотреть в него. С виду он очень симпатичен. Так, наша хата. Пойдем немного восполним здоровье.
И где можно сохраниться? Так, Enter. Пойдем, сходим наверх. Чуть-чуть сохранимся. Оп. Аптечкинс. О, все, отлично. Судя по всему, она может... Почему его-то взять нельзя? Он вообще здесь как декорация. Нахрен Томпсон как декорация вообще нужна? Я бы лучше бы его взял с собой. На крышах тех бы ублюдков бы из Томасяры бы рассмолял бы лучше. Ну да ладно. Погнали тогда к нашему боссу. Посмотрим, какое следующее задание нас будет ожидать. И да, я смотрел скриншоты. Здесь и правда город довольно-таки немаленький. Вот, и здесь даже что-то было в описаниях, что там что-то с деревней связано, что там даже, возможно, деревня какая-то есть. Но она маленькая, конечно же, но все равно, если она есть, это будет круто. Ну и, собственно, вот наш Дональд. Томми справился. Ты можешь... Опа. Local Explosion. Exposition. Если тебе нужно оружие, ты можешь пойти к чуваку и купить оружие. Он расположен в аллее около Дональдена. Explore the city straight, Дональд... Чего? Не понял? Что? Подожди. Я не понял. Мне сказали, что ты можешь потратить бабки. А еще что, у тебя лоситер перестал работать. Почему он задним не сдает? Эй! А, кто мне ручную коробку передач включил? Козлы. Так. Что-то сказали, там можно потратить бабки. Вот будут бабки. И судя по всему, сейчас первое место, куда нас отправляют, чтобы потратить бабки, наверное. Хотя зачем я... А, вот он тут стоит вообще. Зачем ты переместился? Мы могли бы с тобой там так поговорить. А, Томми, я рад, что ты здесь. Спасибо. Боялся, что не застану тебя. Здрасте, босс. Что случилось? А, это еще задание. Пикап Дональд Кар энд Сервис Тупикова Стрит. У тебя есть ствол, Томми? А, так это продолжается еще сюжетка, охренеть. Думаете, понадобится? О, скорее всего, нет. Опа. Возьми машину Дональда. Что-то там, около автосервиса на Тупикова Стрит. Интересное название улицы, Тупикова Стрит. Ну да ладно. Так, значит, еще сюжетка-то не закончилась. Я думал, тут вот буквально пару заданий, и потом все, Вася, отшивайся, иди город изучай. Ну ничего. Ну ладно, чуваки, погнали тогда за Дональд Каром. А пока мы едем, мы можем пока насладиться некоторыми достопримечательностями этого города. Какое-то муниципальное здание, судя по всему, это чешские флаги, наверное, если честно, я не очень помню. Вот, здесь стоят полицейские какие-то, короче, болтают, судя по всему, это какой-то полицейский участок. И надеюсь, это не гараж. Твоя мать, я надеялся, что здесь смогу выехать. Блинский, я хотел посмотреть на это чешское здание. Опа, охренеть, здесь светофор работает, ты представляешь? Хо, я что-то когда первый раз здесь проезжал, и этот момент не заметил, что здесь светофоры работают. Только пока что зачем? Ну, судя по всему, в будущем планируется как бы оживление, и то есть потом, возможно, здесь все будет. И люди будут, и трафик будет, и все такое будет. Ибо зачем тогда здесь нужен светофор? И очень странно нам приходится объезжать здесь. Блин, здесь вообще вон еще красопетка какая-то. Какой-то новый, не новый, а красивый райончик. Я бы уже бы, наверное, пошастал. Так. Вон он стоит. А что-то мне сказали, что это еще про пистолет. Я надеюсь, он мне здесь не потребуется. Чуваки, если что, можете мой фаэтон взять. Если вы вдруг захотите вернуть свою тачку. Опа. Твою мать, откуда вы взялись? Опа. Чуваки там. Вали через аллею. Ой, судя по всему, нам даже стрелять не нужно. Охренеть. Ну давай, ладно. Оп. Так. Какого менты? Охренеть. Менты, ничего себе. Я встречаю в этом городе впервые людей, которые так же могут гонять, как и я. Эй, где вы? Месье. Бах, нахрен. Какие-то вы подтупенькие чуть-чуть. Да еще и две тачки. Да ладно.
Что такого в этой машине, что вы аж тут целую кавалерию задрали сюда? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну-ка, 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 месье. Ну-ка. Да ладно, они еще и замочить меня умудрились, охренеть. Так-то, слушай, чуваки-то нехилые оказались, задница. Я откуда я начну? Надеюсь, не с самого начала. О, нормально. Вообще хорошо, слава богу. А то мне что-то показалось, что сейчас вообще капец будет. С самого начала будет проходить, потому что я не помню, когда последний раз сейф-то проходил, либо просто его плохо замечал. Так, ну короче, у меня проблемы. Я-то думал, тут затупки. А эти затупки довольно-таки нормально гоняют, я бы сказал. Даже не сказать, что они какие-то медленные там и все такое. Не особо врезают. Ой, мне колесо пробили. Переднее левое колесо мне пробили, ублюдки. Ой, несутся, несутся! Валенский! Ни хрена их разносит. Пошел! Ты сейчас опять такая же дичь произойдет, они меня просто расстреляют и все. Хватит меня толкать. Уже весь асфальт изрисовали. О, заборчик, спасибо. А там, слушай, же еще один должен быть. Он сейчас попадет по репе. Он попадет по репе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Собаки сутулые, козлы, ублюдки, твари. Как же от вас туда удрать-то? Так-так-так-так-так. Давай-давай, вчесали. Надо куда-то их врезать во что-то. Пошел ты. Вы же они вообще скоты какие опытные. Их надо во что-то вписать. Так, 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 так. Мент. Во. Ты из тачки будешь вылезать? Козел, он из тачки еще не вылезает. А надеюсь, меня там прикроют? Так, давай нас сделаем круголя. Может, они запутаются. Ой, а они что-то затупили. Кстати, прикольный тротуарчик, смотрите. Такой типа проходик, все дела, и такая земля. Прикольненько смотрится. Эй, бедолаги! Ой, я, кажется, сломал их. Морально. Они аж ехать не хотят дальше. Пошли вы в задницу, ублюдки, значит. Ни хрена себе тут пот мне подкинули. Ну, судя по всему, это даже, наверное, еще не все. Хотя, подожди, скорее всего, кстати, это все. Ты сделал это. Спасибо. Игра сохранена. Гоу к Дональду за миссией. Смотри-ка, чуваки-то, здесь, оказывается, не очень короткая эта сюжетка оказалась. Ну, погнали проходить, я-то за милую душу такие дела вообще. Я сюжетные миссии люблю. Особенно в новых городах. Что мне нужно сделать? О. Томми, мы почти взяли город в руки. Он единственное, что стоит у нас на пути. Мне кажется, пришло время закончить его политическую карьеру. Опять со снайперкой кого-то шмалять? Я не знаю, босс. Нам что, мало насилия за последнее время? Я боюсь, что это добром не кончится. Не переживай, Том. Со всеми бывает время от времени. Опа. Так, убей мистера Виргускиаху Makes Problem, который создает проблемы на станции на какой-то. Ну да ладно. Ни хрена у него фамилия Виргускух. Блин, это даже не произнести. Надо было хотя бы хоть какое-то такое более-менее на английском, который можно произнести. Так-то оно довольно-таки сложное. Виргускискас. Короче, хрен с ним. Самое главное, его надо замочить. И у меня 45 хп, я чуть не додумался зайти домой отрегениться, ну да хрен с ним, я в принципе рядом проехал. Но я думаю, мы тут изи сейчас его, короче, пиф-паф, и все, и погнали до хаты обратно. Да? Так, нормально припарковались, правда, судя по всему, я потом отсюда выехать не смогу. Где он? Покажись. Покажи, вот, что ты можешь без пушки. Продался Морелла? Что вы имеете в виду? Что вы здесь делаете? Помогите! Здесь сумасшедший! Держите его кто-нибудь! Выкиньте его вон! Пристрелите его! Что? А я? Вы чё нахрен охренели? Тихо! Какой Мосин наган? Магнум! Он засал что ли, бедолага? Вы видели, он засал? Я не хочу умирать! Ну придется, чувак.
фокусов. Эй, фокусник! А его надо было убивать-то? Ой! Ой, сигналку включили. Видели, менты посаженные были, охренеть. У него тачка заниженная была. Вот таких моментов мафии бывает не хватает. Вон они, у них всех тачки заниженные. Тихо, мент. Ты меня не видишь. Теперь меня точно не видишь. А я! Давай вылезай, Пашка. А что ты можешь без пушки? Давай, ты в... Да ёптить, откуда они попадают? Хорошо, я там, главное, мать его, никого не вижу, зато эй, эти да. ублюдки в меня как-то попадают. Так, пройти здесь не смогу, тогда у меня небольшая проблема. Эй, аптечек да. здесь нигде нету. Эти эй, ублюдки да. стреляют там как-то из-под забора. Хорошо, тебе конец. Пошел ты! Попался? Так, один вдалеке. Один жир... Это кто сейчас только что стрельнул так? Эй, там. Так, здесь колобок. Давай, ты все равно пока... Эй, жирный! Этот жирный может меня с одного удара убить, кстати. Не попак... Блин, подожди! Я уже давненько, я не знаю, то ли я в мафию уже не поиграл несколько дней! Собака сутулая! Немножко отвык. Ладно, сейчас все будет. Или я сижу просто неудобно, подожди. Сейчас я тут немного перекручусь. Так. Это ненормально вообще. Для меня надо было подхилиться чуть-чуть. Так, жопы. Так дело не пойдет, вы знаете об этом? Эй, старый фокусник! Умри, ублюдок! Так, вот это повезло ему. Вот это ему повезло сейчас. А я! Покажи, что ты можешь без пушки, как вы любите говорить. Блин! Куда же он делся? Куда же он делся? Ты выжил, что ли, еще? Да ты издеваешься, что ли? Реально этот старый пидор, урод, выжил? Да нет, похоже. Но... Что ты можешь без... Ты что, дурак, что ли? Ты как вообще это сделал? Так, 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 что-то не то, подожди. Сейчас надо размяться, подожди. Оп, оп, оп. Пошевелимся чуть-чуть. Сейчас все будет. Что-то пошло не так. Так, старый ублюдок, с тобой тогда возникли небольшие затруднения. Дурак, что ли? Одна палка! Ёптить. Молодой, с пистолетиком? Да ладно. Покажи, что ты можешь без пушки. Ублюдок, у меня одна палка. Одна грёбаная, мать его, палка. Подожди, там этот колобок сейчас отвернется. Отвернись, толстый. Вот это я слепой, вот это я косой. Да что за фигня-то? Как так? Прям вообще неудобно, я не знаю почему, но прям капец как неудобно. Так, этот готов. Крышка, слышишь меня? Старый. Приплыл. Ну все. Как обычно, знаете, когда до хрена палок сложно пройти, но зато когда одна палка, прям вообще изи, пацаны, все дела. Так, теперь бы как-нибудь отсюда, кстати, спуститься. Эй! Верните мой ласситер. О, зашлифовал, зашлифовал. Давай, давай, давай. О-о-о-о-о. Главное сейчас не убиться, короче. А то это будет вообще грустненько. Ну, погнали теперь до хаты. Я думаю, здесь нам пока больше никто не будет поджидать. А то это будет чересчур как-то некрасиво. Сейчас зайду, а там какой-нибудь ублюдок стоит прямо у входа. Enter. Валим. Опа!